Летом современные ребята проводят больше времени дома, на диване или за компьютером. Но родители не должны забывать, что каникулы должны проходить с пользой для детского здоровья. Альтернативой гаджетам может стать парк имени Николаева. Сидя в четырех стенах, человек не получает достаточно солнца и кислорода. У него падает иммунитет и ухудшается самочувствие. Но играя в подвижные игры, дети могут избежать таких проблем. И во многом физическое состояние детей зависит от инициативы родителей. Летом их главная задача – развивать детский интерес к окружающему миру с помощью наблюдений за природой. В Чебоксарском парке имени Николаева разработана специальная летняя программа. Весь июль здесь будут проходить различные мероприятия для детей и их родителей. Экологические фестивали, День воды, театр кукол – это и не только ждет вас на летних праздниках. Участвовать может каждый и совершенно бесплатно.